просто. Спасибо. Ирен? Ага. Заходи. Ты постриглась? Да. Прекрасно, новый образ? Да. Ну ты же еще и покрасилась. Да. Нет, я одеваю, да. Ну как, тебя натопилось? Ну, немножко. Немножко? Слушай, снег ты долго чистила? Слушай, а Ира как чистила Рыбкина-то? Там же вообще это дурка. Там у них это, там же он слежался, он же сколько падал-то там. Ага. Что, обалдеть так можно? Я... Да. Ой, господи, сейчас я подложу еще. Угу. Ну, тепло у тебя. А ты оставляешь что-нибудь на отопление? Да, я оставляю, да? Только в ванной комнате. А, чтобы не разморозилось. То есть ты приезжаешь, у тебя здесь это холодно. Ну хотя бы было бы плюс там 10, плюс 15. Нет, было бы легче поднимать градусы-то. Ну, поднимается как-то. Да? Да. Слушай, а кровать не настуживается случайно? Слушай, ну, наоборот, когда... Что? Когда я затапливаю, я приезжаю, затапливаю, здесь достаточно долго все топится, да? Все-таки большое помещение, окна. Да. А там очень уже тепло. Ты вообще образ поменяла, я смотрю, ты обалдела? Да. Тебе вообще не узнать себя, серьезно тебе говорю. Это да. Просто. Очки. Очки, садись. Да. Слушай, этот дурдом меня, конечно, добьет сегодня, честное слово. Я уже столько... Сядь сюда, чтобы я давай, тебе могла, да, объяснить. Угу. Значит, вот очередной раз я наконец... Классная вещь все-таки. И не надо никаких дорогостоящих этих перегонных кубов.